Грузы на каждой чаше весов сильно прибавили весе. Приблизившись к своему триумфу, наш враг сделался уязвимым. Мы не могли непосредственно вмешаться сами, могли только наблюдать и ждать. Чтобы увидеть, уничтожит ли его им же самим гордо выбранная пешка. Летописи хранителей. Итак, вот оно. Молоты говорят, что узнали о том, что Константин спустился в свое царство для совершения ритуала с глазом. Молоты сделали для меня подделку, фальшивый глаз. Если я смогу подменить им настоящий, это должно причинить ему некоторые неприятности, если он не заметит меня. Никогда прежде мне не доводилось обворовывать Бога. Это вызов. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Вор Золотое Издание. Итак, друзья, итак, мы с вами, значит, судя по вашим комментариям, короче, дошли до последней финальной миссии. Называется она «Утроба Хаоса». Вот так вот, прям... Ух, как называется. Окей, сложность эксперт. Хранители сообщили тебе, что Константин ушел в утробу хаоса. Отправляйся туда вслед за ним. Если ты сумеешь подменить настоящий глаз, который Трикстер использует в ритуале, на фальшивку, сделанную хамеритами, это должно помешать осуществлению его планов. Чем больше тварей пройдет через этот портал, тем больше их попадет в город через храм молотов. Хамериты сказали тебе, что если ты не уничтожишь портал до того, как Константин закончит своим ритуалом, он может остаться открытым навеки, даже если планы Трикстера провалятся. Бляха, у меня муха тут летает вообще. Вот. Короче, нам нужно закрыть портал, подменить глаз на фальшивку. Окей. Окей. Так, ну давай посмотрим. Продолжить. А чё, у нас нету этого? Это что? Это портал? Бляха, там мухоловка бежит. Так, стрелы. Стрелы тут всякие разные у меня есть. Бляха, тут мухоловка бежит. Тихо, не плюй. Умирай. Леха! Че такая жизнь-то в самом начале? Окей, бежит мухоловка. Вы сказали, короче, мне... Так, у меня вот поддельный глаз. Вы мне сказали, значит, чтобы я... В комментах написали, чтобы я не тратил... Так, я попробую ее сейчас оглушить. Чтобы я не тратил, короче, стрелы, которые мне дали. Они пригодятся. Так, окей, все. Я вырубил, лежат. Лежат оба два. Чтобы я не тратил стрелы, короче. Но вот эти я не знаю. Хотя вы сказали, вроде как любые стрелы. Они пригодятся для закрытия портала. Окей, будем знать. Давайте отправимся туда, в чертоги хаоса. Чё он так медленно у меня идет? А, во. Я на капслок, короче, нажал случайно. Так. Что у нас здесь? Газовая стрела, хорошо, две. А это что такое? Это тоже можно взять? Тихо. Погоди, это тоже можно взять? Да бляха! Хочу подпрыгнуть. А нет, это взять нельзя. Так, еще одна газовая стрела. Хорошо. Там мухоловка стоит? Допустим. Я думал, это глаз. Я думал, это глаз светится там.
Все такое, знаешь, в необычных таких тонах, короче, фиолетово... Ай! Фиолетово какой-то вообще непонятный, непонятного цвета все. Так, я не знаю, я правильно иду или нет. Тихо, тихо. Мухоловка идет сюда. Яха. И что, она сейчас за мной побежит? Ой, а это что такое за синее такое? Вот это что такое? Ты что такое? Ты что такое, мать твою? Жесть. Так. Погоди, у меня... Бляха! У меня 6 стрел. Газовых. На. Это, помните, такие штуки у нас были с клешнями? Только они другого цвета были. Да сдохни ты уже. И я ее убью, потому что она, короче, бегает. Она бегает. А вот эти вот они медленные. Так, заберу. Бляха, зато они пуляются. Охренеть. В любом случае меня, короче, видишь, ведет по одной дороге все. В любом случае. Что это там такое-то? Падла. Стрелы не тратим. Жалко, что стрелы не тратим. На тебе. Беги, Гаррет, беги! Ох ты! Я не удивлюсь, если здесь еще элементали будут. Ой, обезьяна. А, ни хрена себе, она заваншотила меня! Тихо там. Тихо там, не рыгать! Яха! Я сюда не добегал. Смотри, а обезьяны уже не было. Каждый раз по-разному, что ли. Ой, а вот обезьяна. Иди сюда. И теперь ты умрешь. Человеческая мяша. Теперь ты умрешь. Ай, черт, тебя побери. Так, это что такое? Жесть. Вот так вот выглядит, короче, чертоги Хау утро. Ой. В смысле? Куда полетел? Ай-ай! Это рождение типа Лунтика, знаешь? Я родился! Яха. И показал, стоит спиной. Смотри, летит. Лунтик летит. Сейчас. Ну? Давай. Все. Сразу с рождения в отключке. Окей, так, там где-то платформа была. Где? Вот это. Оп. Оп. Это. Оп. Что-то я куда-то полез, непонятно.
Куда мне... Ой, ёпте, все ниже и ниже. Звуки-то какие, звуки. Ой, смотри, летит, еще один. Ты знаешь, как этот? О, там еще, смотри, летит. А, это вот типа утроб. Из этого утроба, короче, вылетает вот эта вся дичь. Ой. Алмазики-то непростые. Нельзя дотрагиваться до них. Смотри, водная стрела. Тихо-тихо, аккуратно. Раз. О, еще лежит. Тихо-тихо-тихо. Два. Что за звуки? Бляха, я к стене прилип. Лягушки! Ай-яй-яй! Ай, жопу, алмаз. Бляха, там лягушки, а как? Может все-таки попробовать. Бляха, я прилип к этой стене. Тихо. Да на месте стойте. О, стоит. Да в смысле, Гаррет, ты чё? Мне эти стрелы нужны, бляха. В смысле, он не может побить ее? Готово. Бляха, Гаррет. Стрелы-то потратили. Я боюсь, как бы жопы не было. Куда иди? Хорошо. И давай. Остановись. Ну, остановись. Хорошо. Ёптикарт. Опять попрыгала. Так, она останавливается вон там. Сейчас должна остановиться. В смысле ты должна была остановиться, падла? Ой. Смогу я пробежать ее? Уйди! Твою мать! Я! Воу! По второму разу лучше не надо. Ну да. Верно сказал. Элементаль! Бляха! 4 водяные стрелы. Есть водяные стрелы-то где-нибудь? Как тут не тратить стрелы-то? Смотри, здесь и эти элементали. И... Ой, сколько их! Ладно. Бегом. Там огненные стрелы, кстати, были. Ай, тупик. Ай, тупик там был. Погоди. Оп! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так и знал. Гаррет, почему ты так быстрее не бежишь, а? Тихо. Оп! Прям на лету. Так. Вниз! Оп! Хорошо. Бляха! За мной летит! Ой, ёпти! Стреляют!
Куда бегу? Куда лезу? Непонятно. Вовсе. Вот это я удачно заглянул. Вот это я удачно заглянул. Не летят за мной? Жесть. Бляха, меня напрягает, что у меня одно хп, у меня нет... Опа. Что за папирус? Гаррет, все, чем мы можем помочь тебе, вот этими кристаллами и отрывком из одной из наших древних книг. Творение Трикстера в этом виде, как они есть, сделаны из бесформенного вещества природы, а не из надлежащих материалов, о которых учил строитель. Огонь и вода, земля и воздух для Трикстера это то же самое, что кирпич и брус для нас. Но как и их хозяин, они несовершенны. Его утроба скреплена простыми элементами, и в этом ее слабость. Разрушь каждое из этих скреплений противоположными, и утроба должна последовать за ними. В смысле, погоди. Огонь, вода и земля из воздуха для Трикстера то же самое, что кирпич и брус для нас. Но как и их хозяин, они несовершенны. Его утроба скреплена простыми элементами. Понятно, элементы огонь, вода, земля и воздух, да? И в этом ее слабость. Разрушь каждое из этих скреплений противоположным, и утроба должна последовать за ним. Противоположным, типа, если огонь, то водой, да? Если земля, то воздухом. Или наоборот, если... Нет, получается, если земля, то воздухом, или если воздух, то землей. Короче, я суть понял. Суть я понял. Ладно, там разберемся. Леха, я не разобьюсь там. Твою мать! Чистый слалом просто. Опа, это что такое? Это утроба? Ой, ёпти. А, вот до этого вот всего, короче, вот то, что вот это кристальное, вот это вот, до этого нельзя дотрагиваться. Вообще. Ни до чего. Я понял. А, вот так. Даже так. Окей. Никогда не поймешь, как чё и как. Воздуха бы хватило. Погоди. Воздуха бы главное хватало. Не кончал. Погоди. Это тупик. Не дальше. Что тут такое мешает? Так, ладно. Главное, чтобы не кончился воздух. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что происходит-то? Ой. В смысле? Воздух. Мне нужен воздух, бляха. Погоди, стой. Я сейчас задохнусь. О, воздух! Бляха, чуть-чуть! Жесть какая-то. Так, нельзя, короче, тормозить. А, я вон там, получается, плыл, да? А если я там выгляну, то я сюда упаду. Мне надо в тот карман, короче, попасть. Быстро. Эрот. Я нихера не понял, что сейчас произошло. Давай, там карман должен быть. Карман там. Быстрей. Тяни, надо прижиматься. Вот здесь, нет. Вот здесь, нет. Где-то вот, вот он поворот. Быстрей! Фу. И главное, видишь это? Если бы я чуть-чуть переборщил
с разгоном, то я бы это перелетел выступ. Поехали дальше. Главное не это, не пропустить эти карманы. Иначе воздуха не хватит. Бляха, я там сохранился. Тихо, тихо, тихо. А, он в ту трубу надо, что ли? Жесть, Гаррет. Вообще какая-то дичь просто. Окей, бляха. Хм, ну и размерчик. Да, размерчик-то жесть. Так, а куда мне надо? Мне надо наверх? А, вот вход. О, паучков, паучков! Ладно, я с пауками не буду... О, жрачка! Я с пауками не буду... Еще жрачка! Я с пауками не буду... Так, жрачка, а это что? Бляха, тупик! Я понял. Сейчас быстро собираем жрачку. Я с пауками, бляха, не хочу. Тихо. За мной не иди. Иди куда шел. Иди куда шел. Так, это не вход. Ага. Жрачка, жрачка, жрачка. Хлоп, съел. Хлоп, съел! Тихо, тихо, хлоп съел. Фу, 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 просто, просто я этот. Так, ищу тут эти стрелы. Я просто этот, как его там, ниндзя. Так, допрыгну. Яха. Ух ты, нихера себе. Тя-т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 я
Так. Отлично. Нифига себе. Это о, блеха! Это? Обезьяна так мне? Так прям... Здравия! Блеха, не достать до него. Так, ладно, у меня... А на него много стрел надо. Хотя, может, и нет. А, ну, в принципе, там, что там, вода, огонь, да, в смысле, вода, огонь и, все, готов, вода, огонь, земля и воздух, обычные стрелы, в принципе, да, никак, как бы, если бы я потратил, смотри, стрелы, то я бы их сейчас набрал здесь, так, а куда мне? Мне надо вот в эту штуку прыгнуть или что? Зашибись. Куда мне? Чё мне? Где стрела с веревкой у меня есть? Да, две штуки. Может, мне вот сюда надо забраться? Так, а дальше куда? Это портал или что? Иди, а что мне надо сделать-то? А-а-а! Вон там что! Вот где. Кошка-то зарыта. Ах ты, ёпти мать.
Я не попал, да, по нему? Хорошо, попал. Да? Хорошо. Бляха, мне не хватит. Мне не хватит стрел. Последняя стрела. Бляха, еще и промазал. Да! Опять не дострельнул. Да ёпти мать. Да чё я туплю-то? Чего у меня там? Мне по-любому же хватит стрел этих. Да блеха! Уй тебя нахер, а? Уйди! Так. Надо валить, надо найти, короче... Короче, что так медленный? Такой медленный, бляха! Быстрее ускорься нахер! Куда мне? Вот сюда. Интересненько. Я просто наугад пошел, короче. Тихо, 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 стопэ, 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 стопэ. Тихо, 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 тихо. По этой, по тени надо было. А я такой. Что за смех? Что за смех? По тени надо было там бежать. А я такой. Просто. Так, ну окей, обезьяна, обезьяна это ладно. С обезьянами справимся. Ну что скажешь, людское отродье? Леха какая, смотри. Смотри какая. Ща я тебя разнесу нахер. Обезьянь не отроди. Как тебе такое, а? Смотри какая. Все отлично. Дай пройти, бляха, уйди! Отлично, этого вырубили сразу, с первого удара. Меньше, я думаю, далеко не надо убирать. Сейчас будет еще, скорее всего. А нет, смотри, разгончик нужен. А че не прыгнул-то, бляха? Жесть. Я просто спускаюсь вообще в самую задницу, походу. В самый ад нахер. Ой, спина даже уже затекла, блеха. Я так предполагаю, в самый низ мне. О! Надо просто отключить этот портал и дать молотам шанс. Отключить. Так, погоди,
Белая, белая, это у нас воздух, красная, это у нас огонь, синяя, это у нас вода, зеленая, это земля получается, да? Так, противоположно. Противоположно, так, вода. Это у нас огонь. Как она полетит-то, бляха? Закинул. Блях, еще выше. Где-то вот так, наверное. Отлично. Так, это у нас... Что у нас? Так, огонь. Огонь, это у нас вот это. Отлично. Так, сохранимся. Что там идет у нас? Земля. Земля. Это вот это. Как она летит? Под углом, под углом. Да. Выше, значит. Оп. Леха переборщил, что ли? Ниже. Чуть выше. Вот так. Да в смысле? Еще выше. Вот так. Ну какого хера? Вот так. Все отлично. Так, и осталось у нас... Че? Осталось у нас... Вот это. А это летит у нас вот так вот прямо. Ништяк. Ништяк. Так. В ту сторону не надо, тех я трогать не буду, получается, да? Тихо там. Заплевал. Заплевал, бляха. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Отлично, что там? Подними настоящий глаз на копию. А, подменить. Понятно. Отлично. Отлично. Ну как так-то, гард? Ёпти мать, а? Это ж трава. Как ты об траву мог сломать себе ноги? Буря воет волны тучи. Ветер гнёт с деревьев листья. Набегают тучи, свинцовые тучи. Мечут молнии, дождь и снег. Призови бурю, призови серое. И пусть оно идет впереди тебя. Погоди, это Трикстер. Мы его увидели вживую. Так, подменить глаз. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Глаз. Ага. Погоди. Пламя, горящее тепло, пожирает дерево, пожирает стрим, воздух, превращает в своя смерть, превращает... Валим. Так, а если мне сражаться-то с ним надо будет, да, наверное? Так, у меня 7 стрел. Мечом. А, огненная стрела, кстати, есть. Отлично. Если что. Прилив поднимается и опускается. Река разливается, превращая лука в грязь. Смотри, как волны омывают камень. И солнце вновь иссушает его. Призови волну, призови голубое. И пусть оно идет впереди тебя. Жесть, у них там заклинания, я просто... В ахере. Ну? Камень покрывает собою землю. Плит колонны. Мелкая пыль вьется в воздухе, танцуя, застилая собою окна. Призови землю, призови коричневое, и пусть оно идет впереди тебя. Коричневое. Я по утрам
в унитаз коричневого призываю. Тьма поглощает яркий свет. Скройся во тьме, обмани их. Закрой тенью их глупый взор. Будь внутри, почувствуй ночь. Призови ночь, призови черное. И пусть оно идет впереди тебя. Я тоже так могу, знаешь, подходить там просто камень, ножницы, бумага и бутылка шоколада. Он просто там кайфу, он рэп там читает, просто ты. Призови черное, призови коричневое, йо-йо. Леха, такой долгий ритуал просто. Он же без звука там просто, он про себя там, он текст забыл просто, он про себя там что-то фигачит. Открой для меня. Так, сейчас, наверное, надо будет сражаться с ним. А, да, вот так? Он просто взял и сдох? Или нет? А, вот так! Он просто взял и сдох. Просто взял и сдох. Окей, друзья, вот оно, и все. Мы победили Бога, победили Тристера, вот, спасли мир, остались без глаза, так сказать, короче. И в принципе все. Игруха, скажу, игруха класс. Продолжительная. В принципе, она интересная, она как бы, ну, не надоедает, она прям затягивает, вот. Как бы, насчет стелса, в принципе, как бы, я не скажу, что здесь какой-то сложный стелс. Как бы, для меня самый раз, можно сказать. Окей, друзья, наверное, сейчас будет там финальный ролик, вот. А я с вами прощаюсь, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся в Инстаграм, комментируем. Делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока. Хранители. Итак, ты думаешь, что победил? Я думаю, я получил то, что хотел, да, но ты все еще... Если ты еще не заметил, я только что спас мир, включая тебя. Мы знали, что ты это сделаешь, так и должно было быть. Теперь я припоминаю, почему ушел от Хранителей. А я помню, почему мы позволили тебе уйти. Что ты от меня хочешь? Ты пришел меня поздравить? Пригласить меня назад? Ну что ж, буду говорить на чистоту. Ты совершил то, что было записано, и да, ты сделал это хорошо. Тебе больше нет места среди нас, однако мы тебе еще понадобимся. И очень скоро. Я так не думаю. Я покончил с героизмом.
как, впрочем, и с вами. Ты не сможешь убежать от жизни так же, как убежал от нас, Гарри. Жизнь все равно найдет тебя, и не важно, как искусно ты будешь ускользать. Послушай, есть книга, о которой тебе не рассказывали. Я здесь, чтобы сказать, что для тебя было бы мудро прочитать ее сейчас, если ты все еще можешь читать наши глифы. Я пытаюсь их забыть, но вы, хранители, повсюду оставляете их для меня. Да, у тебя больше друзей, чем ты думаешь. Скажи моим друзьям, что мне не нужна их таинственная книга и их предупреждение глифами и их посыльным. Скажи им, я с этим завязал. Скажи им, все кончено. Скажи им, Гаррет отошел от дел. Я скажу им вот что. Ничего не изменилось. Все происходит так, как было записано. Трикстер мертв. Берегись восхода эпохи металла.